Высокая стоимость – не препятствие при выборе собаки в дом. Верного и любящего питомца можно взять и за небольшие деньги, или вовсе за символическую цену. Главное осознавать, что помимо платы за покупку, вложение потребуется и на содержание собаки. Канал Зоомиста подготовил для вас топ-10 недорогих пород собак. Прекрасные компаньоны, которые отличаются веселым характером, неординарной внешностью, умом, чуткостью и энергичностью. Они идеально подходят для содержания в квартире и не требуют особого ухода, не склонны к излишней линьке. Короткую шерсть достаточно расчесывать один раз в неделю и периодически протирать кожные складки. Собака маленькой породы способна найти общий язык с кем угодно. По характеру эти песики жизнерадостные и миролюбивые, благодаря чему их без проблем берут с собой в гостиницы и общественный транспорт. Несмотря на свою хрупкость и нежность, то и терьеры бесстрашные, если дело касается защиты хозяина от чужаков. Если угрозы нет, то они быстро становятся дружелюбными и общительными. Эти собаки очень чувствительны к эмоциональному состоянию человека и любят проводить время на руках. Преданные собаки. Они отлично подходят для неопытных владельцев, обладают живым и веселым характером, любят проводить время на коленях хозяина, наблюдая по сторонам, отлично уживаются с другими животными и почти никогда не проявляют агрессии, защищают маленьких детей и становятся для них нянями и друзьями. Выносливая и умная собака для энергичных людей. Предки породы обитали на границе между Англией и Шотландией, откуда и получили название. Эта особь считается самой умной собакой в мире, способной к быстрому обучению, отчего пользуется большим спросом среди собаководов-любителей. Характер у породы добродушный, она никогда не конфликтует с кошками и другими собаками. Относительно молодая порода, использующаяся в основном в полиции. Немецким селекционерам удалось вывести уверенную в себе, смелую и сильную собаку, которая без труда может находить, преследовать и даже задерживать нарушителей. Впоследствии таких щенков стали заводить в качестве компаньонов, отчего их базовые характеристики ничуть не изменились. Китайский императорский пес, который по легенде унаследовал отвагу льва и веселый характер обезьяны. Одним из главных плюсов животного считается роскошный внешний вид и гордый стан. Эти собаки очень преданы людям и быстро привязываются к хозяевам. Они не требуют специального ухода, обладают крепким здоровьем и отлично себя чувствуют даже в очень холодную погоду. Благодаря звонкому лаю и чуткому слуху зарекомендовали себя в качестве хороших сторожей. Отличный выбор в качестве охотничьей собаки благодаря выносливости, темпераменту и способностям к дрессировке. Эта порода в последнее время считается одной из самых популярных в мире. Из лабрадоров получаются отличные компаньоны в качестве поводырей, на рыбалке, во время поисковых операций и на таможне. В семье они становятся прекрасными нянями для детей и с удовольствием составят компанию во время пробежки. Порода гончих с короткими лапами. Собаки обладают безупречным обонянием, так как способны подолгу преследовать дичь. По отношению к людям и другим животным – дружелюбные, общительные. К хозяевам прочно привязываются, до конца жизни остаются преданными семье. Не требуют специального ухода, но любят досыта покушать. Благодаря исключительной выносливости бассетов с ними можно отправляться в дальние путешествия, а пронзительный звонкий лай не даст животному потеряться. Эта собачка отличается выносливостью и запасом энергии. Ей жизненно необходимы постоянные физические нагрузки. Исключительный интеллект помогает с легкостью справиться с процессом дрессировки. Характер жизнерадостный и общительный. Эта особь ладит с детьми и другими животными. Таксы – превосходные охотники. Благодаря своим размерам способны проникать в норы. Помимо этого, они хорошо охотятся на водоплавающую птицу, так как прекрасно чувствуют себя в воде. Преданная и любящая порода. Собака считается декоративным животным. Характер у нее очень живой и энергичный. Отличительным преимуществом является то, что йорки почти не линяют, что делает их отличным выбором для аллергиков. Йоркширским терьерам не нужно много физической нагрузки, но они любят погулять на свежем воздухе. Из недостатков стоит отметить, что в силу хрупкости и размеров такие особи легко могут травмироваться.